Вы смотрите обзор товара «Скамейка Адмирал», 3,0 метров, 3 опоры. Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Внимание! Срок исполнения от 5 дней до 3 месяцев, уточняйте у менеджера. По 100% предоплате. Скамейка «Адмирал» – тяжелая и массивная скамейка, пригодная для установки в парках и других общественных местах с большим трафиком. Она устойчива к опрокидыванию и к горизонтальным нагрузкам, обладает хорошими антивандальными качествами. Для усиления этих качеств мы рекомендуем закреплять скамейки специальными анкерами или методом бетонирования. Чугунные опоры, брус из лиственницы – одни из самых долговечных материалов, используемых в производстве оборудования для общественных мест. Скамейка имеет дополнительную защиту от раскачивания. Материалы. Опоры – чугунное художественное литье, покрыты порошковой полимерной краской. Возможность выбора цвета по каталогу RAL. Стандартный цвет, по умолчанию, черный плюс бронзовое патинирование. Сиденье и спинка – брус, ангарская сосна, вариант исполнения – лиственница, композитные материалы, различного сечения. Огнебезащитные пропитки плюс тонировочный состав с антисептиком плюс 2 слоя яхтного лака с промежуточным шлифованием. Возможность выбора цвета из палитры. Фурнитура – оцинкованная. Возможность выбора цвета фурнитуры по каталогу RAL. Стандартный цвет, по умолчанию, серебристый. Возможность использования потайной, скрытой фурнитуры. Технические характеристики. Габаритные размеры. Высота – 760 мм. Ширина – 700 мм. Длина – от 600 до 3000 мм. Детальные размеры. Высота сиденья – 440 мм. Ширина сиденья – 440 мм. Длина посадочного места – от 600 до 3000 мм. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.